Это программа «В теме» и с вами я, Валерия Пенина. Накануне появилась информация о том, что на основании многочисленных обращений жителей Тульской области жилищной инспекции проведена проверка в отношении законности отключения подачи газа на котельных «Энергогазинвест Тула» в Богородицке, Доском и Узловой. Из-за этого были ограничены поставки горячего водоснабжения в этих муниципалитетах. По результатам этой проверки в адрес ООО «Газпром Межрегионгаз Тула» выдано предписание о возобновлении подачи газа. Самое удивительное, что это предписание вынесла государственная жилищная инспекция. В ответ на это предписание от ГЖИ региональная газовая компания подала исковое заявление в арбитражный суд, так как вынесено предписание с нарушением закона и выходит за рамки компетенции государственной жилищной инспекции. На сегодняшний момент ООО «Энергогазинвест Тула» имеет задолженности за поставленный газ в размере более 450 миллионов рублей. Совокупный же долг предприятия региона перед газовой компанией составляет более 1,5 миллиарда рублей. Основная задача компании – это поставка газа людям, промышленным предприятиям и теплоснабжающим предприятиям. Но ведь ни одна организация не может раздавать ресурс бесплатно. К тому же вся эта история может послужить дурным примером для других недобросовестных компаний, которые не хотят платить за потребленные ресурсы. И что тогда начнется? Хаос в сфере ЖКХ, который и так сейчас процветает в нашем регионе из-за проведения процедуры лицензирования управляющих компаний. А ведь не стоит забывать и про начало отопительного сезона, который может в некоторых районах просто не наступить. А решение этих проблем, на мой взгляд, должны проходить с помощью переговоров. И вести диалог должны руководители области и «Газпром Межрегионгаз Тула». Несмотря на то, как складываются отношения между Николаем Воробьевым и Владимиром Груздевым. Ведь задача, которая стоит перед руководством области и газовой компанией, это общая. Это снизить задолженности, чтобы успеть провести подготовительную работу на всех котельных перед началом отопительного сезона. И, конечно же, возобновить работу всех отключенных объектов.